Hello everybody, this is Sergey Baklakov, another live stream, now from the town of Vyshny Volochyok, that's Tver region of Russia. It's about like 250 kilometers from Moscow. And here, actually I came just for maybe an hour, and here by the plan, the visit to the Museum of Felt Boots, Музей Валенок, felt boots, you know, Russian felt boots, which are made of stock wool. Fortunately, a huge rain is over. Okay, we already have to go to the museum. I hope the connection must be good there. Vyshny Volochyok, 46,000 residents in this town. Okay, first here is the store. How were Peter the Great? Peter the First, the founder of St. Petersburg. It's not the museum yet, it's the store. This is traditional Russian boots. Felt boots. Felt boots, traditional Russian felt boots. Made of, скажи, made of stock wool. Made of stock wool, ladies and gentlemen. Мы идем вниз, да? А, слушайте, да они мне даже большие. Ну, я же говорю, что это... 46-й есть? Okay, so this is what is felt boots. А есть какие-то расписные вот для Дедушки Мороза? Вот. А может ты под заказ можно? What's the price? For example, this is 3,500 rubles, which is $50. $50. А у вас есть какой-нибудь ресурс? Самый большой вот видите, 30-й. Или вообще круто. Слушайте, все, давайте, у вас есть ресурс какой-нибудь? Интернет, где все это можно посмотреть, а то мы очень опаздываем. Дайте мне визитку. Okay, this is the store, but the museum is there. In Russia we have three museums of felt boots, in Moscow, in Pushkin, Yaroslav region, and the third one is here. Everything you see in this museum made of this ship. The central figure in our museum is the biggest felt boot in the world, 52 kilograms. Для сравнения, внизу стоят самые маленькие валенки для масштаба, чтобы определить. In the same time, there is the smallest felt boots. На противоположной стене сзади находится самая большая валенка в мире, тоже связана из овечьей шерсти. Находится шесть картин. Называются «Времена года». Зима, весна, лето, осень. Картины изготовлены по специальной технологии, которая называется фелтинг.
для изготовления картин используется окрашенная шерсть и специальными иглами. These are the pictures that are made by technology, which is called felting. So it's also made with like the same principle as they are making the felt boots. So it is also made of stock wool. Felting, the technology of making cold felting. The examples of wool. Russia is the motherland of felt boots, at least a modern ones. The tool they used to make felt boots. The wool is taken from a sheep's skin. Все в Москве были, видели царькушку. Вот мы из Валенки сделали свою царькушку. Из Валенки, да. А вот это... Вот это перед вами знаменитый цыганский Валенки. Расписано на цыганские темы. Карты, кнут. Костер, голенище закатано, при заката. Если раскатать, они будут вот так до пояса, как болотные сапоги.
Почему называется цыганский? Потому что у цыган такая мода. Со всей России, ближнего зарубежья, они приезжают к нам и заказывают только такие валенки, потому что у них такая мода. Кроме нас такие валенки никто не делает. Несколько лет назад у нас был год змеи. В честь этого года вот из шерсти сделали змею. А потом у нас наступил год серой лошади. Вот мы сделали ансамбль, называется «Свадьба». Морду у лошади сделана из валенка. Жених валенок. Невеста тоже валенок. Грибы тоже детские валеночки. Самки старинные, деревянные, расписные. Сейчас таких не делают. Да. А он хочет валенки купить. А у него 49 размер. А есть. Белый на 52. Еще выше. Я хочу узнать, как он меряет палец. Вот это перед вами старинная деревянная чесанная машина. Полностью из дерева. Ни единого гвоздя. Понашивали воду из деревень в плачевном состоянии. Собрали, перетянули лентой. Хоть сегодня можно на ней работать. На станине вырезана фамилия мастера, который ее изготовил. Мастер Буданов, 1826 год. Этой машине будет скоро 200 лет. Несколько лет мы примерно на такой же деревянной машине работали. Потом накопили средства, приобрели металлический. Вот он наш технологический... Производство, технологический процесс. Вот она, чесальная машина, только здесь редуктор, двигатель. На каждый размер валенок идет определенное количество шерсти. Он снова чисто на весах взвешивает эту шерсть. Потом на столе по лекалу раскладывает ее и катает. Получает полуфабрикат, который называется сновка. Вот она, сновка стоит в таком виде, у валяльщика. И дальше эта самая сновка поступает в валяльное отделение. Вот сюда. Здесь работают одни мужчины, это экологически чистое производство. Используется только овечья шерсть и горячая вода. Раньше валенки в старину делали где? В деревне, в бане. Почему в бане? Потому что для производства валенок нужна горячая вода. Вот она, реконструкция бани. Печка топится дровами и котел с горячей водой. И вот валяющий при помощи вот этого старинного инструмента, клюшка, скалка, рубиха, делает валенки. Таким же инструментом, как 300 лет назад, работаем и мы. Потому что ничего нового придумать в этой технологии нельзя. Мы остались единственными, как я говорил, в России, кто занимается вот этим старинным народным промыслом. Изготовление валенок ручной валки. После этой операции валяльщик насаживает валенки на колодки. Раньше вот мы работали на деревянных колодках, потом перешли вот на металлические колодки и на пластмассовые. Пластмассовые сразу на правую, на левую ногу. Вот. И после этого валенки ставятся вот в жарко натопленную печь, на ночь уже на печь. Валенки высыхают, расколачивают, валенки готовы. Вот в двух словах, как делаются валенки. Вот какой-то молодой человек спрашивал про валенки, про качество. На смену ручной валки пришла машинная валка. Вот многие спрашивают, чем отличается машинная от ручной. Если я вам покажу, ну, во-первых, увеличилось количество, но резко упало качество. Если я вам покажу ГОСТ на валенке машинной валки, срок носки 30 дней. Через месяц они у вас развалится, претензии предъявить некому, потому что они согласно государственного ГОСТа сделаны. В наших валенках вы будете ходить больше 5 лет и горе не знать. Второе, чем отличается от смески. В
варенках машинной валки всего 20% овечьей шерсти. Остальное так называемый наполнитель. Что такое наполнитель? Это отходы производства. Вот они. Счесы с этой счесальной машины. Бумагу добавляют, и нитки, тряпки, опилки. Все это загружается в молотую машину. Добавляется купорос. Купорос – это серная кислота. И все смешивается. И получается валенки. Так вот, вы при машинной валке можете хоть 10 шерстяных носков надеть, а у вас нога все равно замерзнет. Потому что ноги греют не опилки, а шерсть. В наших валенках 100% овечьей шерсти. И мы рекомендуем вообще носки не надевать, а на босу ногу. Почему? А потому что стопа соприкасается с шерстью, происходит массаж. А шерсть обладает целебными качествами. Далее, чем отличается? Если вы попадете в сырую погоду в этих валенках, провалитесь в воду, что с ними произойдет? Развалится полдень и намокнут полдень, их можно высушить. Они у вас сразу сядут на три размера. Вопросов их не одеть. Что делать? Или выбросить, или приносят к нам. Мы их расколачиваем и опять приводим в божеский вид. Один рыбак ходил, наверное, всю зиму. Провалится, расколотим. Потом он плюнул, купил наши валенки, больше мы его не видели. Мы специально делали эксперимент на ночь. В ванну с водой замачиваем валенки, насаживаем на колодки. Не на сантиметр. He says, there is still nothing better than handmade felt boots, and on their factory here in Vyshny Volochyok town, they are still making everything with the same equipment and technology that used to be 300 years ago, because till now they never invented anything new and anything better. If talk about the modern felt boots that they are making with automatics, they are way worse than the handmade ones. Besides that, there is only like 20% of the real sheep wool. But they are making the felt boots with 100% of stock wool, sheep wool. Да, чем еще отличается? Ну вот известно, шерсть бывает вот натуральная, серого цвета, черного, коричневого, белого. Мы ее сортируем вручную, и натуральные валенки получаются белого, серого, черного, коричневого цвета. Но по желанию заказчика можно выкрасить в любой цвет. Ну, например, бордовый цвет, желтый, зеленый и так далее. А при машинной валке этого не сделать. Там только доступны два цвета – серый и черный. Серый, потому что они смешивают всю шерсть, а черный, чтобы скрыть недостатки. So, machine making of felt boots, it's now good. Вот, I mean, it's not true. Валяющая норма за 8 часов, 3 пары, больше физически не сделать, потому что это ручная работа. Well, the master can make maximum 3 pairs of felt boots for 8 hours, 8 hours shift. So with machine making, you can produce more boots, but the quality will be not nearly as good as when you're making everything with your own hands, when it's a master. Смотря какие навороты вы сделаете. Есть обыкновенные валенки, без их все, они есть в наличии. Их можно сделать за трое суток. Если вам нужна вышивка, все зависит от сложности рисунка, в течение недели. А стоит сколько?
And once again, the biggest felt boots in the world, together with the smallest felt boots in the world. Two point 5 meters felt boot. Можно мы в следующий раз дослушаем экскурсию? Можно мы доедем, дослушаем экскурсию до конца? Ну, до 16 часов успеете, приезжайте. Или вот Ольга в магазине. Мы с Ольгой пообщались. Она сутки работает. Это такие фотографии вам сделаны. Сейчас покажу, смотрите. Петр Первый проверяет ваши валенки. Так он подобрал себе или нет? Подобрал, но ему нужно теперь подумать. Ему нужно же с узорами, с какими-то. Но телефон взял, буквально. Вообще прям это. Да. Молодцы. Вы говорили там, ну, ответ. Потому что заезжает. Окей. Спасибо. Спасибо. And let's once again look at this store, at the shop. Whoa, big time. Вышний Волочок. Ой, я что-то забыла спросить, а вот когда вообще валенки начали в России делать? Ну вообще как бы точной даты нет, это было как бы вообще очень-очень-очень давно. Примерно сколько лет, нет такой? Okay, dudes, hope you enjoyed. And we go forward. This is the town of Vyshny Volochyok on a way from Moscow to St. Petersburg. Comment, like, subscribe if you're not yet. Oh, Peter the Great. Yes, I am. Nice city, Vyshny Volochyok. Peter the Great. Where you? Together with him, we go to St. Petersburg today. Comrade Ronald, too freaking early. Most your audience still sleep. Yeah, but I can do nothing about it. Okay, dudes, see you in the next live stream. Thank you for watching.